Спустя 25 лет и 3 поколения японские конструкторы Mazda открывают новую главу в истории культового родстера MX-5, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый двухместный спорткар. Мировая премьера новой MX-5 состоялась на Октябрьском автосалоне в Париже, а в Барселоне по случаю четвертьвекового юбилея родстера европейские поклонники культовой японки организовали торжественное мероприятие под слоганом «Да здравствует родстер!». И в четвертом поколении MX-5 сохранила классическую компоновку с передним расположением двигателя и задним приводом. Дизайн родстера преобразился в соответствии с нынешним стилистическим почерком кода. Решетка радиатора стала крупнее, фары сильно сузились, а грани кузова заострились. В общем, просим любить и жаловать новую японскую легенду – олицетворение страсти к вождению. Японские конструкторы Infiniti этой осенью провели в Париже показ своего, пожалуй, самого эффектного концепта. Это роскошная пятидверка Q80 Inspiration. И перед нами не просто шоу-кар, а прообраз будущего флагмана Infiniti. В длину он достигает более 5 метров и щеголяет яркой внешностью с короткими свесами, приземистым профилем, покатой крышей и 22-дюймовыми колесными дисками. У Q80 Inspiration смелый дизайн и пропорции, он бросает вызов условностям. Обратите внимание и на то, как плавно спускается к корме панорамная крыша, создающая легкую и воздушную атмосферу внутри. Рассказывает о своем новом творении главный дизайнер Infiniti Альфонсо Альбаиса. В движении Q80 Inspiration приводится по последней моде — гибридной установкой мощностью 550 лошадиных сил и со средним расходом всего 5,5 литров на 100 километров. А конструкторы Nissan этой осенью отмечают круглый юбилей — 30-летие своего автоспортивного отделения Nismo. Поэтому без демонстрации шоу-кара на спортивную тематику также не обошлось. Им стал концептуальный хэтчбэк Pulsar Nismo, демонстрирующий спортивный потенциал новейшей пятидверки Pulsar. Под капотом горячего хэтчбека расположился 1,6-литровый бензиновый двигатель, развивающий 190 лошадиных сил.